Сегодня 14 июля 17 года, до завтрака суббота, завтрак за работой. Дома тут никто в этом домике не живет. Вот вчера мы тут пробились, Володя сейчас тут добивает, чтобы проход к бане сделать. Приезжают люди, мы сразу им представляем этот домик, ну, временный. Угловой домик, здесь так зовем его. Колодец есть, все по-хорошему, крыжовник. Тарас, я вижу, что ты долго стоишь на одном месте. Траву собирать тут никакого труда нету большого. Так, собирайте это все, чтобы ему можно было покосить. Вот. Гелендохин Владимир Юрьевич, тут мы вчера пробили, тут большое дерево, ветром свалило, всю макушку оторвало, ну и все завалено было. Ну сейчас пробили, вот сюда сносили, остатки убрали, подграбли, и теперь проход есть в туалет и во внутренний этот летний. Времянка, как они называют, так она не времянка, настоящий домик. Вот. Это посильно, травы сколько можно туда, хорошо складывайте. Если кверху не можешь, там ложи рядом, взрослый поднимет. Отрывайте ее, вчера они не успели. Вот под ногами, накладывай. Все делай быстро, старайся, чтобы успеть, потому что у нас сегодня выходной день. Мы тут будем отдыхать, по ягоды пойдем везде. Володя тут сбивает, мы сначала порубили, коса не берет это репей, он толстый, а лопаты-то нету тут. А лопату вчера тут не оставляли ни одну? Нет. Нету, значит, нечем. Тут остались кое-где репей, я сейчас увидал, стоит он. Ну тогда посещешь его потихоньку. А это-то крапива, она легко сбивается. Это все деревня, представьте, это до завтрака. Суббота, выходной день. И тут обязательно работа. Все время человек в движении. Сегодня прочитал внук Брежнева, Андрей Брежнев. 54 года умер, инфаркт. Такая физиономия, оплывшая, толстая. По разным партиям шатался. Видно, что безбожник. И жизнь оборвана, нету. Мой отец только претерпел, без руки с фронта вернулся, 76 лет прожил. А это на 20 лет меньше. Да и сам-то секретарь, даже до 80 лет не дожил. Потому что человек так создан Богом, чтобы он трудился в поте лица. А этому надо учить. Масоны желают, чтобы люди развращались. Ну а нам зачем на это смотреть? Здесь можно где-то посадить, что-то вырастет. У нас ничего нет. Все сферы влияния уже поделены в мировом масштабе. Огромное незанятое пространство Сибири осваивает Китай. А с юга там подпирают мусульмане. Да и правильно, им жить-то надо где-то. Жить-то негде. Вот так. Здесь замочек висит. Не разберешься. А? Да не разберешься, с какой стороны начать эту траву. Да, она свалилась оттуда-сюда. Хоть как-то пробить лишь бы надо. Ну, ходили тут люди разные. Скотина-то, слава богу, не заходила вроде бы. И вот смотри, сколько мы с кленом боролись. Опять все заполонил. Буквально все. А вот это вот, что за джинсы? Нужны никому, нет? Ну, отнеси, там женщина посмотрит, постирает. Может, дети, может, не сотлело до конца. Это лежало выброшенное здесь. Ну, бедный народ, все это примут. Уже не за деньги. А чурка-то с какой целью здесь? А? Что я знаю?
такой. А то можно было ее туда укатить, чтобы она тут не мешалась. Там, где дрова вон лежат. Сейчас надо очистить. Или вплотную к кирпичам вот сюда. Тут совсем не место. Подкати. Надо очистить. А. Сейчас очистим проход. Не, вот здесь вот. Откати ее к кирпичам. Ты тебе рисковать не будешь, что погубишь косу. С горнею туда, там, вплотную. Он с правой стороны, она даже места не будет занимать. Боком положи ее только. О, Володя. Направо, 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 с правой стороны. О! О! Абсолютно никому не мешает. А теперь у тебя взмах руки, разудись плечо. Размахнись рука. Вот первый хозяин жил. Все у него, и банька была, и все сатана отнял. И колодец был, и мать любящая все помогала, и жена красавица. Все сатана похитил. Покинул православную веру, ударился во все тяжко, ну и спрашивать-то и нечего больше. Вот какой домик был, я ему давал голубей, а вон голуби жили. Не знаю, куда потом мы делись. Наверное, тут зимовали, может быть, и голубей съели. И все ищут виновных, кто виновен. Самая конструктивная программа, когда виновен я в любой ситуации. И тогда ищешь выходы. Все, пока на сегодня.